Добрый день, уважаемые слушатели канала Сангейтс. Сегодня Масленица, праздник провода зимы, начало весны, ухода холодов, много блинов у всех, сжигание чучела, веселые гулянья, праздник солнца. Это все, что мы знаем об этом празднике, хотя многое забыто, где-то намеренно скрыто от потомков древних славян, для которых этот период весны был более важным и сакральным. Попробуем немножко разобраться в тонкостях и взаимосвязях этого праздника. Масленица должна была праздноваться в дни весеннего солнцестояния с 20 по 25 марта. Но теперь даты отодвинулись на февраль. Прощенное воскресенье, как последний день Масленицы, или воскресенье перед началом Великого Поста. В этот день православные верующие просят прощения друг у друга и готовятся к предстоящему испытанию духа и тела. Этот день называют еще Адамовым изгнанием, потому что в это воскресенье православная церковь проводит богослужение и вспоминает библейский сюжет изгнания людей из рая. Считается, что раз Бог простил Адама и Еву, хотя те ослушались его наказа, то и обычные люди должны найти силы для прощения обидчиков и самим попросить прощения. Хотя прощать надо всегда, конечно, но у нас не всегда получается это. Обиды обычно сидят крепко в нас. И как тогда прощать? Ну, если самое простое, то понимать, что неблизкий человек обидел, предал нас, а как раз-таки через этого человека, может быть, даже и близкого, через него нас лечат и помогает нам измениться. Обидевший нас человек лишь исполняет волю свыше. Таким образом нас учат любви, принятию внутри. Снаружи мы можем действовать, защищаясь, реагируя. Нам иногда делают больно, чтобы мы вспомнили о главном, о единстве с Богом. Но обычаи и традиции на прощенное воскресенье, как главного праздника, да, это сжигание чучела, конечно, Масленицы. В этот костер бросали и блины, и другие лакомства, чтобы год был урожайным, благополучным. Пепел от костра нужно было рассыпать по полям, чтобы накормить им землю. И главной ритуальной едой на Масленицу, как я уже сказала, блины. И это такая древняя ритуальная еда. Выпекали ее на раскаленных камнях пресными лепешками. Молодые девушки на Руси делали из ткани маленьких куколок и сжигали их во дворе. И считалось, что так они перекладывают на игрушку все свои печали и беды. Ну, также в последний день Масленицы принято ходить в баню, чтобы смыть с себя грехи. Считается, что нельзя убираться и заниматься другой работой по дому сегодня. Но от чего у нас возникают и грехи, и потребности просить прощения? Ну, может, потому что мы не знаем своей природной сути, а у других тем более не знаем. Я встретила интересное высказывание от Бернара Вербера. Оно объясняет, почему мы так часто не понимаем друг друга. Зачитаю. «Между тем, что я думаю, тем, что хочу сказать, тем, что я, как мне кажется, говорю, тем, что я говорю, и тем, что вы хотите услышать, тем, что, как вам кажется, вы слышите, тем, что вы слышите реально, тем, что вы хотите понять, тем, что вы понимаете, стоит 10 вариантов возникновения непонимания». Это такой квест, это лабиринт. Но все-таки мы учимся и методом проб и ошибок движемся вперед. Ведь всегда важно понимать, что каждый человек, который появляется в нашей жизни, несет те или иные события и чему-то обучает, что-то подсвечивает для нас. Кто-то нас делает счастливее, кто-то ломает, кто-то, как сверхволна появляется в нашей жизни, погружает во что-то и быстро исчезает. Ну, конечно, это не полный список таких ситуаций. Но мы всегда хотим узнать, что ждать от людей, которые появились в нашей жизни и для чего. А также хотим знать тему праздников и значимых периодов, и значимых событий внутри месяца, внутри года, внутри дня. Мы видим, что энергетика сегодняшнего дня предполагает внутреннюю очистку и возрождение. Но что дальше? Наше внутреннее «я» говорит о том, что сложные ситуации возникали на нашем пути для развития любого рода и часто через выбор. А выборы желательно делать согласно данному этапу жизни. Итак, вся жизнь человека состоит из выбора. Бывает так, что важное решение, которое необходимо принять, буквально терзает нас. Оба варианта, предлагаемые нам или сознанием, или умом, кажутся равнозначными. И тогда можно обратиться к одному из наших базовых ресурсов, нашему телу. Находя опору в нашем теле, который, как известно, не обманывает, мы делаем шаг к узнаванию себя, значит, решению из волевого акта. Это решение превращается в часть логического завершения диалога с собой. Готов ли и каждый из нас начать этот диалог и найти для себя по-настоящему хорошее решение? Очевидно, что выбор мы делаем не телом, а сознанием, и это правильно. Ведь тело никогда не обманывает, а мозг, опираясь на опыт и убеждения, сформированные с учетом чужого опыта, в том числе может и заблудиться. Тем, кто сейчас стоит перед выбором, есть небольшая практика, которую я рекомендую всем. Ну, для этого можно сделать упражнение. Упражнение такого рода. Встаньте прямо, расслабьтесь, погрузитесь в свои эмоции и ощущения. Если будут приходить какие-то мысли, не переключайте на них свое внимание. Пусть они приходят и уходят. Через несколько минут они перестанут вас отвлекать. Если вы полностью настроились на выполнение упражнения, скажите себе «я готова» или «я готова». Далее, ответьте себе на вопрос, в каком своем убеждении вы уверены на 100%. Выберите одно свое убеждение и озвучьте его. Еще один вопрос. Что в своей жизни вы очень хотите получить или поменять, но у вас это не получается? Назовите одно желание. После этого вытяните две руки вперед, ладонями вверх. Теперь представьте, что ваши руки – это весы. На правой ладони лежит установка «Тебе придется отказаться от своего убеждения, выбранного, и принять, что это не так, но твое желание исполнится». А на левой ладони лежит установка «Ты останешься при своем убеждении, но не получаешь желаемого». Вы должны в этот момент сделать выбор. Настройтесь на тело, на свои ощущения в нем. Тяжесть, боль, покалывание, тепло, холодно, дискомфорт. Что вы ощущаете? Если так, то вы глубоко погрузились в свои чувства, если вы это ощущаете, и в такой легкий гипноз, и сможете так сделать честный выбор. Проходит несколько минут, и вы себя спрашиваете вновь, и что же ты выбираешь? Если ты ничего не выбираешь, все-таки что ты выбираешь? Если человек не готов поменять какое-то свое убеждение, он не достигнет того, чего хочет, да? И если ты хочешь получить другой результат, то совершай другие действия, выбирай другие убеждения и мысли, и живи иначе. Это упражнение – тест на то, готов ли человек менять что-то в своей жизни для улучшения качества. Еще и потому, что у каждого из нас есть из прошлого жизненного опыта две позиции. Кармический долг, как ошибка прошлого воплощения, и она трактуется таким образом. Это точка самого главного условного косяка прошлого воплощения, то есть это то, чего нельзя ни под каким соусом делать в этом воплощении. Это табу. Иначе все в жизни пойдет наперекосяк. Многие удивляются, почему кому-то все сходит с рук, а кто-то вечно тянет какую-то лямку, хотя действия были одинаковые. Мы можем совершить множество грехов и проступков, и это может даже как бы остаться незамеченным. Но если мы совершим тот самый, который в прошлом воплощении оказался самым тяжким, то наказание неминуемо. Например, одни женщины делают множество абортов и не теряют способности беременеть. А есть такие, кто сделали один раз, а детей уже нет. То есть вот он, тот самый грех, который нельзя было повторять в этой жизни именно этому человеку. Итак, первая точка – это главный кармический долг или грех. Ну и вторая точка – это точка кармического препятствия. И это то, что пришло из кармы. И оно нам мешает реализовываться, развиваться и просто жить. Причем это нереальное препятствие. Его создает подсознание. Это тот случай, когда не так страшен черт, что называется, как его малюют. Мы думаем, что это великая трудность, а на самом деле это выход в положительную карму, если мы это поймем, примем и проработаем. Стоит только понять и решиться. Ну, в общем, это главный затык, на котором завязано наше нынешнее воплощение и реализация. Ну, в качестве примера описания представим человека, рожденного сегодня, 26 февраля. Так вот, какие долги и препятствия характерны для него? Начну с долга. Кармический долг – это предательство матери. Поэтому в этой жизни могут быть плохие отношения с мамой, либо с женщинами, начальником, с другими близкими вам женщинами, с тетями, бабушками. Ваш долг – помириться с мамой, прощать ей все ее условные выкрутасы, за все прощать, принимать ее любую, и таким образом вы будете выполнять свой кармический долг, его растворять. Ну, также может проявиться склонность к такому отшельничеству, бродяжничеству и жестокость по отношению к более слабым существам. Но а какое же препятствие? Здесь мы видим нежелание идти на компромисс в любых отношениях и уступать партнеру. Человек относится к партнерству любого вида, не особенно идя на контакт, не слыша другого человека. Поэтому будьте внимательны к чужим нуждам. Ну, также по минусу. В семье могут быть люди авторитарные, уходить в тиранию. То есть вот как я сказал, так и будет. Очень жесткие люди в совсем крайнем минусе и устанавливают свои жесткие правила и порядки. Могут поднять руку на близких, подавлять более слабых. Как руководители они мало платят, если они руководители, и много требуют. Вечно всем недовольны. И таких начальников боятся. В работе могут быть конфликтными, прыгать с места на место. Большое раздутое эго, могут жить за чужой счет. Если рядом есть другие энергии, подтверждающие эту или дополняющие ее, то здесь можно видеть и мужчин-альфонсов, например. Не любят брать ответственность на себя, уходят от трудностей, могут вести себя как истеричные женщины. Мы сейчас без пола говорим, да, пока. Но при этом требуют беспрекословного уважения. Ну, надо сказать, что существует еще понятие «кармические задачи» в методе «Портрет личности», о котором я говорю. Так вот, для человека с этой датой рождения кармические задачи, их вообще у нас 3. Вот я сейчас посчитала, когда увидела, что 2 задачи совпадают, в одну энергию превращаясь, да, поэтому мы про 2 задачи скажу. Так вот, для женщины это познание и развитие своих женских качеств, через отношения с партнером в первую очередь, понять, какую роль играет жена в жизни мужа и прочувствовать это на себе. Ну а для мужчин, если мужчина родился в эту дату, то это отношения с женщиной, почитание женщины, служение женщине, развитие своего эстетического восприятия жизни, осознать роль жены в своей жизни. Ну, кстати, хочу сказать, что 26 февраля день рождения Надежды Крупской, жены вождя революции. Мы живем с вами в интересные меняющиеся времена. Все стремительно трансформируется. Для всех становится особенно важным уметь обрести уверенность, спокойствие и способность быстро разрешать возникающие проблемы. Отношения, деньги, здоровье – все это актуально. Плюс добавились новые стресс, неопределенность, непредсказуемость. И востребованность решений этих проблем, накопившихся проблем и правильного реагирования растет с каждым днем. Но не случайно люди обращаются к психологам все чаще и чаще, и к дорогим именитым психологам очереди прям огромные. Поэтому я приглашаю вас к познанию себя через обучение методам портрета, психологического портрета личности по дате рождения, который является синтезом психологии и нумерологии. И на сегодня доступны такие варианты. Ну, я назову, перечислю. Они могут подойти абсолютно каждому, кто по степени занятости, по степени подготовки, скажем, да. Первый вариант – теоретический. Это курсы «Портрет вашей личности», «Карма в портрете личности», мастер-классы «Мандала» 2023 года, «Исцеление травм детства». Но надо сказать, что «Мандалу года» можно пройти без специальной подготовки. Если вы знаете значение арканов, то это вам еще легче. Абсолютно информация ляжет, да, быстрее, но даже и без этого. Курс «Портрет вашей личности» является базовым. Если вы проходите этот курс, то уже там дальше можно провести специализацию, да, получив, пройти мастер-класс «Исцеление травм детства» и «Карма в портрете личности». Это уже усложнение и более глубокое погружение. Ну, здесь в этом теоретическом блоке или варианте вы проходите самостоятельно по записям вебинаров и практической информации в чате, без моей поддержки. Есть блок индивидуальный. Вот все, что я перечислила. И особенность индивидуального курса в том, что здесь этот ценный материал, вот он подается в доступной форме, и эта подача, она структурирована и дается тоже простым языком. Добавляются практические разборы по вашим датам и по реальным запросам. Формат обучения 2 раза в неделю. Это живые онлайн-встречи. И наверняка вы со мной согласитесь, что индивидуальное обучение – это наилучший способ получения знаний. Но что оно дает еще, если посмотреть пошире? Гарантия того, что время и внимание отдается одному слушателю. Можно задать любой вопрос и не беспокоиться, что кто-то узнает ваши боли. Выбор удобного времени проведения занятий в соответствии с занятостью слушателя, преподавателя. То есть, если есть необходимость, то урок с наставником можно перенести. На персональном курсе проще выбрать интенсивное занятие. Можно заниматься 2 раза в неделю или 1. Все зависит от того, как усваивается материал. И самое главное, на индивидуальном обучении вы получаете качественную обратную связь от наставника. В то же время оно дисциплинирует, то есть мы задаем рамки 5 недель курса, чтобы пройти в удобном темпе этот курс. И после каждого задания теоретического и занятия идет практический материал и проверка его. Таким образом, каждому человеку легко наработать свои профессиональные навыки интерпретации портрета на своей дате, на дате своих близких. Теоретические и индивидуальные занятия сопровождаются богатым и раздаточным материалом и домашними заданиями. Ну, третий вариант – это, я предлагала, коучинг, когда для обучившихся студентов в течение месяца, 5 недель, можно также 2 раза в неделю, длительности по часу я отвечаю на ваши вопросы по наработке практики и помощи в разборе дат и запросов. И, конечно, всегда есть варианты экспресс-консультаций. И Майкл в программах часто упоминает про транзит Сатурна в системе Джотиш, так называемый Саду-Сати. Это самый длительный и сложный период длительностью в 7,5 лет, когда Сатурн, Шани, наш строгий учитель, самая суровая планета, которая наиболее сильно призывает нас к смирению, к ответственности за совершенные поступки и прегрешения. Она идет по нашей натальной карте, по определенным домам. Это случается раз в 30 лет. Мы все проходим этот транзит, и усредненно за жизнь это бывает 3 раза. И транзит – это движение планеты, как я сказала, по домам гороскопа. Домов всего 12, они отвечают за разные сферы жизни. И Сатурн – планета медленная, поэтому в каждом из трех домов он останавливается около 2,5 года, в каждом находится. И в мифологии можно прочесть, что Шани сам говорит об этом периоде. Я зачитаю цитату. «Я делю 7,5 лет на 3 части, чтобы обеспечить сильнейшие перемены в личности на каждом уровне. В течение первых 2,5 лет я живу в голове людей и влияю на их умственные способности. Я запутываю их разум и заставляю их неправильно понимать намерения других и неправильно истолковывать события и ситуации. В следующие 2,5 года я буду портить их желудочно-кишечный тракт, проживая там. Плохой желудок является причиной серьезной болезни. Последние 2,5 года я заставляю их бессмысленно бродить, живя в них в ногах и тратя все деньги. По истечении 7,5 лет моего влияния человек превращается в совершенно запутавшегося человека». Ну, таким образом, Саду-Сати – это важный период в судьбе каждого из нас. Он несет испытания, вместе с тем получение нового жизненного опыта. Тем, у кого карма, собственно говоря, положительной много, кто заслужил своими аскезами, своими наработками, в прошлой жизни в том числе, Саду-Сати может дать периоды, во время этого периода, этого транзита, очень большие блага. Это тоже одна из сторон, да, одно из проявлений этого транзита. Ну, тем, кто закажет данный расчет, это в рамках, повторю, экспресс-консультации можно сделать, я рассчитаю, дам УПАИ и подарю описание, ну, УПАИ – это средство коррекции, и подарю описание вашего кармического долга или греха, да, тот, который я прочитала по 26 числу сегодня, и также описание точки кармического препятствия, точки блоков, точки боли, точки комплексов. Это, собственно, будет давать понять, то есть они связаны буквально друг с другом, да, то есть нам Сатурн будет подсвечивать то, что мы не проработали, и то, на что обратить внимание необходимо. Но по всем возникшим вопросам необходимо обратиться к администратору центра Сангейтс. Психолог Карл Юнг когда-то сказал: «Смотрящий за пределы спит, смотрящий внутрь пробуждается». Поэтому предлагаю через познание заглянуть внутрь себя, чтобы к солнцестоянию 21 марта вы подошли обновленными, осознав свои прошло-жизненные задачи, свой богатый ресурс и миссию, который ждет как зернышко весной пробуждения, роста и развития. А март будет удивителен. Общий март для всех имеет задачу прокачки женских энергий плодородия, творчества, развития, нежности и кармы, заплюсованной кармы. Те, кто поймает волну, могут сделать сильный рывок в своем эволюционном развитии. Месяц денежный, это вам не февраль медленный. И именно эта тема будет править балом, а также тема ускорения, переездов, раздачи кармических долгов, скоростей, исполнения целей. Поэтому время волшебное впереди. Подробно все дни пока не смотрела, но по 22 марта могу сказать: важно максимально осознанно прожить этот день. Будут небесные провокации на проверку вашей личной силы и намерений. Хочу сказать, что если будут запросы по урокам, по задачам марта, согласно месяцу рождения, для каждого месяца рождения, и по остальным сложным и ресурсным дням, то напишите в комментариях под этим видео, и тогда я запишу следующее видео с такой информацией. На сейчас до свидания, и не забудьте простить себя, если что, так как обида и вина на себе хуже, чем на других. Всего хорошего!